После вспышки повсюду воцарил хаос. Это было за 2 года до того, как мы смогли вернуться в город. Мы распустили слухи о излечении. Как долго вы заражены? 4 года. У вас бывают вспышки ярости? Нет. Твоя сестра согласилась принять тебя. Улыбнись, Киллиан. Ты один из излеченных? Да. Ты можешь заболеть снова? Что с ним случилось? Мы разделились. Ты правильно сделал, что соврал. Они не должны узнать правду. Нам следует присмотреть друг за другом. Иногда я чувствую, как он рвется на волю. Как ты могла принять одного из них? Они же убийцы. Они хотят, чтобы мы все умерли. Мы должны остановить их. Они правильно боятся. Сколько бы мы ни притворялись, мы не такие, как они. Держись подальше от нас. Ты причина, по которой они в опасности. Они охотятся вместе. Они решают, кто будет убит, а кто инфицирован. Они общаются таким образом, что нам никогда не понять. Нам нужно что-то, что поможет их понять, что-то, что отпугнет их.